Приглашается министр культуры Республики Узбекистан Муратов Махмуд Муминович. Ассаламу алейкум. Уважаемые друзья, добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа. Как вам известно, президентом нашей республики Шавкат Нурмагомедович Мирзиёев, в нашей республике проводится большая созидательная работа во всех сферах нашей деятельности, в том числе в культуре и искусстве. Сегодняшний концерт – это изумительно наполненный творческий чудо, которое является одним из ярких подтверждений вот этого факта. Я хочу от Министерства культуры, имени Министерства культуры поздравить наших замечательных друзей, незаурядно талантливого от Бога человека, народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова. Его не менее талантливых друзей, коллег, ярких представителей музыкального оперного искусства Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, России с тем замечательным подарком, который они подарили сегодня нам, ташкентцам. Я хочу пожелать нашим новым друзьям творческих свершений, больших творческих успехов в созидании и просветительской работе во славу процветания национальных искусств своих стран. Огромное спасибо от всех наших узбекистанцев и пожелать им огромных успехов. Спасибо. Теперь разрешите вручить памятные сувениры 4-го музыкального фестиваля оперного и балетного искусства «Ташкент-Бухары» нашим гостям.
Афат Аббасова. Манов, Узбекистан.
Дорогие друзья, и в заключение нашего концерта Сулейман Юдаков, карнавальный вальс в исполнении всех участников концерта. Встреча!